Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. Я не играл в нее порядка недели, поэтому нифига не помню, что да как. Единственное, я помню, что у нас нет лука, мы стали магическим лучником. Это, по-моему, достаточно прикольно. В последней серии мы осваивались в этом городе. Так, что мне нужно вообще? Что у меня в инвентаре есть? Ничего не помню. Equipment. Давайте посмотрим. Ну, лук-то у меня есть, но я его использовать не могу, поэтому пока придется ножичками подраться. В принципе, я это переживу, потому что у нас целых два тут здоровых шифонера. Акаки и Свонсон. Акаки, кстати, мы его постригли, да? Ой, какая музыка прикольная. Напоминает фильм «Храбрый сердце». Такое что-то. Шотландско-ирландское. Так, ну и давайте-ка мы сейчас так, площадь фонтана, давайте-ка мы, блин, куда тут? Мне посоветовали пойти обратно в полный легион, то есть место, где эти пешки, да, вот сюда. И там вроде как спуск какой-то, что ли, интересная локация. А всякие сторонние квесты мы им по ходу будем заниматься, то есть на них прям опираться не будем, я думаю. Блин, вид у меня, конечно, глупый-глупый. Какая-то юбка, как у папуаса. Ну, такая, конечно, в металле вся. Это оправдано. То есть броня. Какой-то наплечник. Наплечник тоже именно для лучника оправдан, потому что он все время этим боком поворачивается. Только этот бок ему, в принципе, и нужно защищать. Так, рук, не беги вперед. Хорошо. Куда идти? Блин, вообще не в ту сторону ушел. Ты в этом городе запутаешься. Поставим сюда waypoint, чтобы было попроще. И побегли. Побегли. Такой город, надо сказать. Он мне чем-то Венецию напоминает из Assassin's Creed 2. Как-то прям хочется вот на стену полезть и какого-нибудь лучника скинуть вниз. Так, а то что? Куда это мы попали? Не входить, написано. Масло. Ты что-то хочешь-то? You seem the type unlike to judge a man by his mien alone. Ты вроде, говорит, не похож на человека, который будет судить людей поспешно, что ли? Я бы хотел просить тебя об услуге, если ты не против. Да, выслушаем. Мудрый выбор. Надеюсь, тебе понравится, что я скажу. Я, говорит, том определенно искал довольно давно. Гримуар Саламета. He said its pages hold the power to grant the reader command of grand arcane magics. Говорится, ходят слухи, что его страницы позволяют читающему командовать магией арканной, в общем. The book itself is ensorcelled, you see. Even a novice is as a grand wizard with that grimoire in hand. В общем, этой книге даже обучаться пользоваться не нужно. Что новичок, что великий маг, одинаковый эффект будет при использовании. Найди, говорит, и принеси ее мне, сир. Pray, let us speak of such things once you have found the book. Оплата. Давай, говорит, ты найди сначала, там поговорим. Ну. Пока что нам туда. Что-то довольно интересное, это гримуар. Гримуар, насколько я вообще помню, это что-то связанное с некромантией, по-моему, нет? Или просто магическое какое-то чтиво. Так, Свонсон говорит, что у нас экипировки нет. Ну, то есть лука. Придется только вот так. Это печально достаточно. Так, ну давайте разбираться. Я думаю, как мы справимся без этого лука определенное количество времени. Pawns,
Давайте сюда сходим, тут мы не были. Или были. По-моему, не были. Винный погребок такой неплохой. Блин, а как я? Не лезь под ноги, а? Вот вечно. Кстати, мне сказали персонажа на некоторое время оставить без движения и посмотреть, что будут делать персонажи. Ну... Ребята, вы куда? Ну ладно, так можно долго ждать, они тут осваиваются, похоже, потихоньку. Древний свиток, понятно. Крепко заперто. Ладно. Давайте еще поговорим. Блин, у меня тут столько квестов, я просто путаюсь уже в них. Столько всего набрал. Так, убить 15 змей. Найти Wakestone и отдать его Остину. Это тоже очень такой квест. Не скоро мы его выполним, у него сынок умер. С помощью этого камня он надеется. Так, траву Грансиса нужно в местную пивоварню или элеварню отнести. Получить 20 жетончиков искателя по всей территории страны. Найти какой-то Snake Skin Purse. То есть это что-то со змеями, опять же. Но это все именно коллекционировать. Победить 36 скелетов. Победить 2 огров. Победить 45 кроликов. Так, ну давайте вот по книге пойдем, короче говоря. Что-то пока что не совсем понятно, что мне делать. Где у нас основной квест, где дополнительный. Мы просто пришли в эту столицу и уже вторую серию втыкаем что да как. Так, вот ты мне что скажешь? It grieves me to burden you, weary from the road as you must be, but I fear trouble brews. Мне, говорит, очень неприятно напрягать тебя по тяжелой дороге, но у нас определенные проблемы есть. I would beg your assistance in this matter, Arisen, if it please you. Я бы, говорит, хотел, чтобы ты мне помог, восставший, если, говорит, ты не против. Да, выслушай. You have my thanks. Большое спасибо. Блин, у меня лука нет для серьезных заданий. А мы сейчас, похоже, в нехорошее место пойдем, да? Beyond lies the Everfall, an ancient place that sleeps beneath Grand Sorin's stones. Снизу залегает Эверфолл, древнее место, которое спит под камнями Гранд Сорена. Мы, последователи, долго служили как охранники, защитники входа в это место. Но как дракон пришел, появилась какая-то странная аура в Эверфолле. Какое-то присутствие чьё-то. Если это предзнаменование того, что туда придет зло, мы не можем позволить себе не проверить это место. I ask that you seek out the cause of the change, or some proof of what's happened. Он нас просит найти причину перемен или какие-то сведения о том, что произошло. The Everfall is a place unique unto itself. This is not a simple task, nor a favor I ask lightly. Место само по себе, говорит, уникальное. Непростое задание, но я очень тебя прошу. Which is why I ask you, Arisen. Please, lend us your aid. Поэтому, говорит, я и прошу именно тебя, восставший. Давай, говорит, помоги нам. Ну что ж, без лука, с двумя ножиками, зато с двумя амбалами. Так, что вы мне скажете по этому поводу? We'll have need of a lantern in the Everfall. Так, нам понадобятся светильники. А ты, наверное, то же самое скажешь, Агакида? Flame and holy magics are effective against the monsters of the Everfall. Так, там понадобится огонь. У нас вообще как с светильниками-то, кстати говоря. Что-то мне кажется, сейчас все будет плохо. Вот у меня светильник один.
Но всего один, блин. Но масло зато есть. Ладно, пойдем посмотрим. Я думаю, у нас что-нибудь получится. Если не получится, то огребем. Какие проблемы? Так, дали достижение турист. Ребята, не толпимся, проходим. Похоже, это какая-то крипта. О, довольно просторно. Это что, летучие мыши? Блин, да не толпитесь, вы заколебали уже. Вот эти напарники... Тихо. О-о-о. Ну давай, давай, спрыгни, давай. Напарники выбешивают временами просто. Чё там кто сказал? Ты смотри, они вот прям мне под ноги лезут, а? Ну уйди ты от меня. У нас, по-моему, гоблины здесь или орки. Что-то такое нехорошее слышу. Поверить, говорит, не могу. Рук говорит, что под Гранд Сореном такое место есть. Ну, давайте посмотрим, что тут да как. О, паучки. Ненавижу паучков. Яд паука. Так они еще ядовитые. Они же безвредные, по-моему, вообще. Да не прижимайтесь вы ко мне сзади, напарнички. Да, спускаться, похоже, долго придется. Так, ну ладно. Что меня больше всего печалит, мне кажется, это будет не очень просто. А у нас, повторюсь, нет оружия. Чем я сюда поперся с голыми руками? Ты опасная, что ли? Не знаю, опасная или нет, но получила хорошо. Так, найти бы мне лук, конечно. Тут у нас что? Green Warish. Хорошо. Да хватит все ломать. Что-то там внизу свет какой-то нездоровый. Магический, похоже. Они кусаются вообще, нет? Да. Или нет? Да, но тут маг, конечно, выруливает. Так, ладно, блин, пока что как-то спокойно. Вот это что такое, правда? Это такие напоминания, что здесь... Опа-па! Нежить. Порубали. Достаточно просто прошло. Так, мы, похоже, имеем дело с неживыми здесь. Да, блин, еще вы... Все в этом подземелье хочет меня убить. Даже летучие мыши. Подожди. Откуда звуки эти? Ладно. Да, блин, но... Какие вы надоедливые, как комары. Нам сюда вообще нет? Похоже на то. А там у нас что дальше было? А, тут тупик, да? Так, ребята в обход, похоже, пошли. Но было очевидно, что с помощью такой бочечки я не взорву эти врата. А, вон, Свонсон говорит, что здесь есть где-то рычаг, контролирующий эту дверь. Это явно не он. Так, ребятки, где мои? Ребята? Они вперед убежали. Что ж вы убегаете-то без спроса? Руку, вообще он запыхался что-то.
Иду. Так, круг, давай, бафни нас. Ах, как хорошо-то, а. Так, круг, подлечивай меня. Да, блин. Ну ладно, справимся, короче говоря. О, сколько вас. Сколько долбишь, долбишь, а потом рук одним ударом. Хук. Ну ладно, нормально. Так, подлечились, хорошо. Нехорошее место, но пока что справляемся. В основном, конечно, вся надежда на Свонсона и Акаки. Ну, рук неплохо еще поддерживает. А я так уже. Я просто, я мозг операции. А они, ее мускулы. Рук, отойди от меня. Я не люблю, когда ко мне сзади прижимаются. Смотри, они, блин, вы еще за руки возьмитесь. Да хватит взрывать бочки, блин, а. Так, ладно, я получил еще немножко вокейшена по этой специализации. При этом никого не убив из лука, даже магического. Так, что тут? Обычный длинный лук, но... Я его взять не смогу, да, скорее всего? Так, донизу, equipment. Да, не могу, к сожалению. Это у нас сильванский лук. Подожди, у меня что, маска на лице? Да, блин, Свонсон, иди. Да нет, вроде маски. Показалось. Ну, если такой накал будет сопротивление, то... А, понятно, срезка. Так. Я не уверен, что это очень хорошо. Ну, открылась у нас эта дверь. Да, блин. Готов, они вроде не встают. Остальное не так важно. Ну вот и зачем мы открыли эту дверь? Что это нам дает? Если у нас обход есть. Давайте пока пойдем вперед, а там посмотрим уже. Так, эта дверь закрылась, откуда мы пришли. Не знаю, мне кажется, шило на мыло променяли. Внизу что-то явно нехорошее. Ой, опять нежить. Жги их, рук. Экспо за них неплохо дают, да? Пройти. Блин, еще идет зомби. Ну, сейчас мы нашинкуем. Не надо трогать Свонсона. Ладно, без меня допинайте, я думаю. Ой, не падай. Так, ну хорошо, допустим. По крайней мере, бабла сейчас наберем. Я уж не помню, сколько там, конечно, стоил этот лук магический. Слишком давно это было. Так, уйдите с дороги. Блин, вот единственное нарекание к местному искусственному интеллекту, то, что он постоянно под ноги лезет. Это вот
это действительно раздражающий фактор. А так, в целом, прям, ну, очень умный, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, давайте без меня как-нибудь. Слева проход. А как я отравился? Как это произошло вообще? Это не очень хорошо, по-моему. Так, у нас есть... Сообщение не хватало еще. Так, лечит от яда. Гиф. Акакию. Как он траванулся, я не заметил. Так, аккуратно. Свонсон сразу пошел. Акаки, отходи. Отходи, Акаки. Ох, какая ты дура. Ой-ой-ой, ты что делаешь? За что я держусь-то вообще? Так, все, я спрыгаю. Блин, я себя не вижу. Где я? Ломайте его, ребята. Блин, давай уже отдышись быстрее. Да, так я чувствую, мы долго будем его ломать. Мне бы сейчас в глаз мы засадить стрелой. Так, рука. Свонсону, похоже, хана. Мне, похоже, нам придется пинать этого урода. Да, блин, отвлеките его кто-нибудь. Давай, давай, давай. Ой, ой, офигеть. Нехорошо. Отступаем. Кстати говоря, блин, надо сохраниться по-быстрому. Потому что, если что, я сейчас с самого начала начну. А, я не могу во время боя сохраниться. Это плохо. Так, надо лечиться тогда. Самым слабым, но тем не менее нормально. Да поднимите вы кто-нибудь Свонсона. Что ж вы, что-то меня сегодня расстраиваете. Бежим, бежим. Вот на дуру нарвались, и даже половину еще не сняли. Что с тобой делать вообще? Рук, вставай. Ой, я сейчас капну. Руку прилетело. Входим. Да что ж ты всех долбишь-то так? Ох, ушел. Сам убился. Свонсон, как ты-то туда улетел, а? Ой, мы сейчас успеем, нет к нему вообще. Ну ладно, Свонсон не Акаки. Я не знаю, тут на время, возможно, это все. Я не знаю, как бы мы его убивали, честно говоря, если бы он сам не убился. Но ладно, убился, так убился. Нашим легче, как говорится. Фух. Не знаю, что-то и напарники тупят сегодня. Увидели, да? Вообще же кошмар какой-то. Они просто, блин, вообще не атаковали и просто как лезли на него, чтобы он их ударил. Так, закрыто. С тем рычагом еще поиграть бы. Свонсон, вставай. Блин, я сейчас просто боюсь, туда придем, и там еще какая-нибудь крокозябра будет. Да, без лука как без рук, оказывается. Большой орех. Отвяжитесь от меня, пожалуйста. Самое, похоже, раздражающее. Да, блин, отвяжись от меня.
тварюшка в игре. Блин, наверняка тут что-то хорошее есть, а? Так, ну-ка, и что это дает? Сейчас боковые открываются, а эти все закрываются, да? Да, похоже на то. Так, ну ладно. Уже довольно близко. Если выживешь, Свонсон, то я за тебя рад. Если не выживешь, судьба, значит, такая. Это что такое? О, сколько у вас? Так, все нормально. Все нормально, а как и не волнуйся, мы смогем. Хорош. Да, блин, как он меня задел. Это какой-то вообще толстый попался. Давай, давай, как я ломаю. Ты посмотри, вообще не ломается. Ну, наконец-то нас кто-то огнем бафнул. Фу. И не подбирают ничего. Что ж с вами стало, ребят? Вы сегодня какие-то уставшие, что ли, я не пойму? Продать хотя бы. Да, что-то ребята какие-то сложные пошли, увидели, да? Да хватит причитать, там сам упал. Так, ну давай, погнали. Молодца. Поэтому я и хочу магическим быть воином. А, слезь, слезь меня. Да, блин, слезь ты уже. Да, толстые, толстые, ничего не скажешь. Да, огонь на них вообще просто шикарный. Я хочу лук себе с эффектом каким-нибудь именно. С огненным против них, допустим. Короче говоря, с эффектами. Так, рук, тебе, по-моему, подлечиться нужно. Что-то ты у нас себя плоховато чувствуешь. Так. Фейрмаунт. Ну, вот это вот мы тебе отдадим сейчас. Держи. Рук, ты будешь лечиться, нет? Рук, я тебе отдал лечилку, почему ты не лечишься? Да, сегодня у них с искусственным интеллектом большие-большие проблемы. Так, Свонсон, я тебя что-то даже не вижу. Ты как там? Не погиб ли еще полностью? Свонсон? Свонсон, похоже, все, да? Это печально. Нас все меньше становится. Ну, раньше я, к сожалению, добежать не мог. Сами видели, какая высота была. Ребят, хары прыгайте. Так, ладно, что мы тут делаем тогда? Раз уж этого спасти не смогли. Какой-то свет нездоровый снизу пробивается. Интересно, что это такое? Надеюсь, это не Свонсона череп. А вот он. Или нет, от него? Показалось. Так, нам похоже вот сюда, да? Давайте еще осмотримся маленько. Итого, один сильный-сильный маг ушел в минус. Что-то я там слышал. Так, ну все, короче говоря.
Давайте аккуратненько. Сохранимся, конечно же. Пусть пишется, потому что, мне кажется, сейчас мы будем много погибать такими темпами, раз нас так рвут жестоко. Так, сейф. Success. Закрытая решетка, говорите, да? А тут открытая. Ух, что-то нехорошее место. Церемониальная клетка. Что-то мне это не особо все нравится. Ну, вроде пока спокойно. Сейчас, конечно, обычно, когда такое говорю, самое начинается плохое. Сюда нам нужна ручка, похоже, да? Для рычага. Ладно. Будем искать. Так, нам сейчас, видимо, как-то наверх нужно будет вернуться, потому что там же эти рычаги, и с ними уже как-то начать работать, как-то что-то решать. Это кто? А, это гарпии. И там, я смотрю, не только гарпии, да? Ладно. Сейчас рука, похоже, закоматозит. Иди сюда. Рук. Ребята. Ребята. Ой, блин. Заколебешь уже. Поют, конечно, красиво, но тем не менее. Куда же нам идти тогда? Знаете что, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующей начнем разбираться с этими рычагами. Вообще, я очень не рад, что мы сюда так далеко спустились без какого-либо оружия, потому что что-то все сложнее и сложнее становится. Притом мы потеряли одного бойца, это, на мой взгляд, не очень хорошо. Но, тем не менее, увидимся в следующей серии. Я думаю, там мы разберемся, что нам делать с этим проходом, и куда идти, и куда податься. Пока что все очень круто. Довольно интересная такая локация. Конечно, я хотел бы, чтобы тут поменьше было вот этих гигантов непонятных, потому что он какие-то рестлерские приемы, там удар двумя ногами в прыжке делал. Это было страшно, по-моему. В общем, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.